Всем привет! Сегодня посмотрим, как идет игра Assassin's Creed 4 Black Flag на Xbox Series S. Посмотрим на скорость загрузки, посмотрим на графику, посмотрим, какой здесь у нас FPS, ну и, конечно же, на управление от геймпада. Весит игра 22,3 гигабайта. Давайте запустим и посмотрим, насколько быстро загрузится у нас данная игра. Данная игра запускается у меня с внешнего жесткого диска, поэтому, если вы будете запускать данную игру с внутреннего SSD, который установлен в Xbox Series S, то у вас Assassin's Creed Black Flag будет запускаться немножечко побыстрее. Данная игра идет в разрешении 720p, точнее HD, да, и 30 FPS. Почему так? Потому что по обратной совместимости идет. Поэтому вот так вот. Хочу поблагодарить своего спонсора, своего подписчика Влад Лобан за то, что он предоставил мне свой аккаунт, чтобы я вам мог показать данную игру, как она идет на Xbox Series S. В принципе, вот так вот. Ждем, пока она загрузится. Идет подключение к серверу Ubisoft. Практически все игры Ubisoft требуют подключения к интернету. Без регистрации. Без регистрации не будем регистрироваться, потому что это, опять же, повторяюсь, не мой, ребяточки, аккаунт. Поэтому я тут ничего не стал делать. По поводу настроек, давайте быстренько пробежимся по настройкам. Я вам все покажу. Видео, звук, сеть. Здесь, в принципе, вы все сами сразу же видите, да? Звук я поменьше сделал. Не знаю, почему я делал. Он не оставил почему-то все звук, как я оставлял. Язык диалогов русский. То есть здесь можно менять итальянский, немецкий, испанский, французский. Ну, в принципе, кому как удобно, но я оставлю русский. Как бы, я думаю, вы тоже будете оставлять русский язык себе. По поводу видео, здесь можно настраивать как яркость только, да, ну и все. Больше здесь нечего, в принципе, настраивать, да, ну как бы, это и понятно, консольная версия. Ну и опять же, язык субтитров русский, то есть здесь также можно менять на те же языки, как и на озвучку. Ну и все, здесь по стандарту ничего не трогал, давайте нажмем одиночная игра. Также здесь можно, кстати, ребят, играть по сетевой игре. Одиночная игра, ну и давайте, да, продолжим, собственно, сохранение Влада, который мне представил свой аккаунт, чтобы я вам просто-напросто показал, как идет игра. Опять же, повторяюсь, данная игра идет, Assassin's Creed Black Flag, при разрешении 720p и 30 FPS из всего этого вытекающим последствий. Ну, вы, в принципе, сразу видите, да. По поводу графики, игра как бы уже довольно-таки старая, поэтому можно графику посмотреть. Давайте, пробежимся. А, стоп. Внимание, подождите, ближе к цели. 20 секунд. Десинхронизация цели потеряна, я понял. Хорошо, сейчас будем продолжать данное задание. Я вам просто-напросто покажу вообще, собственно, на саму графику. Следуйте, давай, побежали. Побежали, нам нужно следовать. Проследуйте за стражей. Главное не запалиться здесь, самое главное. Так, ага. По поводу графики, кстати, вы все видите, да, хоть и 720p, но тут игра, не знаю почему, здесь как-то с игрой поработали, с освещением, со всем насыщенностью, с цветами, то данная игра здесь очень хорошо выглядит, очень прям хорошо выглядит, мне прям она нравится, как здесь выглядит. По сравнению с той игрой, Синдикат, как вы видели до этого, мне выходило видео на канале, именно Синдикат игра, да, там она тоже идет 30 FPS, 900p, Assassin's Creed Syndicate, но там она какая-то такая вся тусклая, мерклая, вся такая, а тут яркая, сочная, красивая картинка, хоть и при 720p, а там 900p. Но мне как-то она больше здесь нравится, нежели это идет в Assassin's Creed Syndicate, или Синдикат, как правильно сказать. Отзывчивое управление, ребят, вообще без какого-либо задержки, без input lag абсолютно в управлении, все довольно-таки стабильно управляется, а вообще без input lag. Видели, да, подгрузились текстуры персонажа, вот шли на меня NPC, и они подгружались прям на ходу. Ну, это все потому, что обратная совместимость. Так, встаем. Не-не-не-не, отстань. Подслушайте разговор. Давай заберемся. Заберемся наверх и попробуем подслушать. Так, давайте да сюда. Так, ну все. Слушаем. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить на капитана весь день. Графика, посмотрите. 720p, но все-таки она более чем красиво выглядит. Да, понятно. Смотрите, кошка. Смотрите, как кошка на меня смотрит. Кися. Вот. Но она более чем выглядит, да, хоть и лесенки, все вот это вот понятно, что здесь это будет. 720p все-таки как-никак. Давай прыгнем. А может ты отстанешь от меня?
Ай, больно. Умри. Ну, да, умри. Все, отлично. Дай ты мне дослушать. Не пош... Ах ты жопа, не дал мне дослушать. Не дал мне дослушать разговор. Ну вот как так? Вот как я должен был слушать, если он на меня обратил внимание? Ну ничего страшного. Я сейчас, по идее, должен отсюда начать. Да. Все правильно, давайте заберемся наверх. Давайте заберемся обратно же наверх. И будем подслушивать разговор. Графика здесь более чем приемлемая по сравнению даже с Синдикейтом. Хотя Синдикейт новее игра. Сколько еще я должен ждать? Я не буду тратить. Посмотрим, пока. Давайте, наверное, в другую сторону перейдем. Опять кошка, смотрите, черная. Еще немного, сеньор. Капитан Мендоса заплатит вам, как. Да, сюда все-таки лучше идти. Отлично. Тут также можно, кстати, открыть сундук. Открыть можно? Почему-то его сейчас нельзя открыть. А, вот можно. Украсть, ограбить. Отлично, 194 кредита получил. Да ты серьезно, что ли? Отвали от меня. Послушайте разговор. Смотрите, как развалился. Свистнуть. Спрыгнуть. Отлично. Украсть, ограбить. Просто-напросто хожу и бабусики получаю. А, спрыгни. Все, отлично. Главное подслушать разговор. Да, как я так буду слушать, если вы все на меня внимание обратили? Да, и кстати, персонажи здесь более-менее хорошо выглядят. Да, понятно, они такие мутные все какие-то, скудные какие-то, видите, все такие мрачные, в общем, да. Но зато сама вся игра более-менее яркая. Но опять же, потому что я здесь подошел, это понятно. Простите за капитаном, новая задача. Яркая, сочная игра. Еще выходила на PlayStation аж третью. То есть у меня есть PlayStation 3 Super Slim, и на ней эта игра тоже есть. Но она там не так выглядит, как здесь. Здесь она будет выглядеть немного получше. Тоже даже тени, вот видите, от деревьев, от пальм, да, вот. От меня, как выглядят тени. Довольно-таки красиво, без лесенок, кстати. Да, хоть и на текстурах есть лесенки, вот так вот смотришь куда-нибудь вдаль. Лесенки имеются, вот смотришь на разнообразные текстуры, да. Настроение на поверхности, в общем, на линии именно то. Лесенки имеются, но здесь же не так уж это и плохо. Так. Вот так вот, да? Ладно, давайте попробуем украсть ключ капитана. Я не знаю, получится это у меня или нет. А, стоп, здесь же. Все нормально. Так. А, я понял, понял, хорошо. Сейчас заберемся наверх. Нам же это не сложно, и мы же в Assassin's Creed играем все-таки, как-никак. Игра про паркур. Давайте заберемся наверх, попробуем ключ у него украсть. Украдите ключ капитана, да? Так. Куда ты? Иди сюда. Так. А где ключик? Где ключик? А, вот ключик у нас ходит. У него нужно ключ украсть. Главное его не убивать, если я понял, да? Опа. Опа. Прыгай в кусты. Иди сюда. Карта скрыть. Как у него украсть ключ? Удержите Бэйна, хотя я сразу скину, чтобы свечу карманную кражу. Понятно, давайте подойдем поближе. Украдите ключ капитана. Все. Отлично, избегайте стычек. Ну это понятно, я уже стычек в принципе избежал. Давайте подбежим к воде, посмотрим, как у нас вообще вода здесь выглядит, да. В общем и целом, ну, скажу сразу, она довольно-таки здесь выполнена неплохо. Потому что здесь можно плавать, ну, как и практически во всех Assassin's Creed'ах. Вот, видите. Также тени на воде довольно-таки неплохо выглядят. Корабли как выглядят. Ну да, есть, конечно, минусы, что лесенки, но опять же, игра уже довольно-таки старая, она идет по обратке, 720, да, сюда бы хотя бы 950 FPS было бы намного лучше, но и при 30 FPS она идет довольно-таки неплохо, как по мне. Ну что, ребят, как-то вот так вот идет игра Assassin's Creed 4 Black Flag на Xbox Series S, собственно, скорость загрузки видели, довольно-таки быстро загружается сама игра. Стабильная 30 FPS, без каких-то просадок, вообще без... Input лага абсолютно в управлении, без задержки абсолютно, все довольно-таки стабильно управляется, без
задержки, но отзывчиво вообще, все замечательно. 720p, да, конечно, плоховато, лесенки, но что вы хотели, игра уже довольно-таки старая, она идет по обратной совместимости. Как-то вот так идет игра на Xbox Series S. Если тебе понравилось данное видео, ты можешь подписаться на канал, оставить свой лайк, ну и, конечно же, написать комментарий, что ты думаешь о данной игре и Xbox Series S. Также ты можешь подписаться на группу ВКонтакте, присоединиться к Discord-серверу, подписаться на мой Instagram. Также ты можешь стать моим спонсором, все ссылочки будут в описании. До скорой встречи, ребят, пока, и уже совсем скоро увидимся.